Все, прям, да, понял, погнали. Шапки на голову. Погнали. Первый пошел, второй пошел. Давай, ебаный. Ух, ебать, очень мало. Двое? Давай быстрее, сука, перебирай ноги, сука, голова, блядь. Мне это держите! Держите! Давай, попроще, не сильно. Все, прям, добавим панель. Шапки на голову. Панель. Первый пошел, второй пошел. Давай, ебаный. Ух, ебать, очень мало. Двое? Давай быстрее, сука, перебирай ноги, сука, голова, блядь. Мне это держите! Держите! Давай, попроще, не сильно. A few moments later. Вопрос. Почему вы, получается, у нас суджи на вашей экшн-камере видно, как вы грузите гражданских людей на машину? Это что за мероприятие у вас там идет? Расскажите мне. Это пехота взяла в плен. Кого? Срочников. И три человека там были, пацаны гражданские. Как я понял, они кому-то в гости приехали или что? С частных домов вы забираете людей. Наша задача была приехать, собрать и перевести, передать ВСП, это военную службу. Так я задаю вопрос. Гражданские люди, вот, мы не воюем с гражданскими людьми, мы их не трогаем вообще. Я не знаю, у нас задача просто перевести была. Я не знаю, кто их брал, блядь, пехота нам передавала их. Короче говоря, вы хотя бы разведчики у нас, да? У нас разведчики? Как разведчики, но мы по своей специальности, наверное, не работаем даже. Ну, хорошо. Нас засылают. Короче, ладно, ну, все, я понял. Теперь скажите мне, что бы вы порекомендовали своим ребятам? Не идите сюда, ребята. Идите сюда. То, что здесь легкая прогулка сафари, как соответствует действительности? Нет, здесь пацаны работают красиво, хорошо. Красиво, хорошо работают. Да, не идите сюда, пожалуйста. Не мешайте людям жить. Да, людям... Сидите себе дома. Короче говоря, давно вы на фронте? С апреля прошлого года. С апреля прошлого года. С марта прошлого года. С марта прошлого года. Кто из вас в Германии обучался? Я. В Германии обучался? Да, командир отделения типа. И? Ничего толкового тоже не научили. Вооружения никакого. Ничего не было. А ты у нас где обучался? Я в городе Десна, Черниговской области. Проходил базовую военную подготовку. Ну и как? Подготовили? Не очень. Не очень? По позавчерашним обстоятельствам. Короче говоря, друзья, вы видите, вот это вот великая украинская армия, понимаете? Вот этих вот чмошников собрали со всей Украины и пытаются с ними сделать какую-то революцию, блин, захватить Россию, представляете? Вообще
ну, у нас куры с этого смеются. Жалко, вы их не слышите, потому что у нас курение. Ахмат сила, Россия мощь, Бог един, Аллах Акбар.